Всем привет, ребят, меня зовут Раникова на моем канале. И я сейчас вышла со школы, и я сейчас жду маму. У меня сегодня день рождения, вот, и мы сейчас поедем домой. Мама уже съездила за тортиком, вот, и мы сейчас поедем домой. Подарки мне уже подарили, мне сейчас в школе девочки подарки подарили, шоколадки подарили, вот. А еще у меня сегодня наконец-то шея не сильно болит. А то прошлую неделю, две недели я ходила в шине Шансу. А сегодня она у меня прошла, и я сегодня без нее ходила. Вот. Короче, ребята, мы уже дома. Сейчас я вам покажу, что мне подарили. Мне исполнилось 11 лет. Вот смотрите, один шарик. Потом Настя мне подарила вот эту коробочку. В ней лежит. Вот что в ней лежит. Вот. Это, короче, такая вот лапша заварная. Это вот такая заварная лапша, которую я очень хочу. Skittles, Fruitel. Вот такие какие-то штучки. Потом это такая шоколадка с кокосом. О, не с кокосом, с кофе. Потом вот эту безумно вкусную штучку, это батончик. Это инструкция от Яндекс.Алисы. Да, видимо, зря она здесь лежала. Такой вот еще батончик от школы. Ну, это фрики она закидала. Вот. От другой бабушки подарок. Точнее, от бабушки просто. Это короче, Рафаэлла коробка. Две просто моих обожаемых шоколадки. Два Баунти. Бэби Фокс. И открытку. Шоколад. Давайте откладывать все милки. Может, три. Другая бабушка подарила мне вот такие штаны крутые. Они для школы. И вот такое безумно крутое платье. В штанах я, кстати, сегодня ходила, а в платье я пойду на свой праздник, день рождения. Еще бабушка мне подарила вот это. Такая же шоколадка. Это большая шоколадка. Я просто ее очень давно хотела. Мы с бабушкой были в магазине, такая: бабулька, подари мне ее, пожалуйста, на день рождения. Мы посмотрели, сколько она стоит. Мы такие: давай лучше не надо. Я такая: да, давай лучше не надо. И она все равно мне ее подарила. Как бы. Вот еще подарок от моего двоюродного брата. Ну, в смысле, от его семьи и его самого. Это вот такая вот книжечка. И вот такая штучка для того, чтобы сделать такую крутую шкатулку. В этом наборе шоколадок нет. Вот подарок от моих подружек в школе. Это мне подарила Аня. А это Соня. Это тоже сюда. Ну, давайте простые шоколадки тоже вместе соберем все. Точнее, даже все сладости. Давайте я тоже сюда положу. Вот что мне подарили родители. Это вот такой вот бокс с косметикой. Это, короче, крем для сияния кожи, типа. Это шиммер. Это вот, кстати, отсюда. Это такие вот блестяшечки. Они вот на таком диске. Вот, видите, я сегодня с утра пробовала чуть-чуть. Это вот такие вот блестяшки. Я ими точно сегодня накрашусь. Вот такие вот они крутые. Это вот такие вот тени. Давайте откроем. Точнее, это не тени, это просто сюда наносится. Дэнь. Вот такие вот тени, одни розовые. Ну, это еще не тени, а вот такие вот, ну, в глаза, короче. Вот одни такие вот золотые, а другие такие розовенькие. И вот такой скраб. Я вот так сделала, чтобы потрясти, чтобы это было слышно. Вот это такая вот штучка. И, по-моему, главный подарок — это Яндекс.Алиса. Это мини-станция вот такая вот. Вот, и здесь, знаете, какая штучка есть. Вот, давайте еще поставим на зарядку. Я ее еще туда-то открыла. Я была в таком шоке. Они должны были ее положить в коробку к Насте. Вот, но они, короче, забыли и такие там: блин, мы забыли кое-что, самый главный подарок. Я такая: думала, он всем так, не знаю, там вдруг еще что-нибудь. Но я была вообще в таком шоке, что это будет Алиса. Я такая: рот открыла, потом такая захлопнула. И такая: офигеть! Вот, пошли, давайте поставим ее на заряд. И, кстати, от твоего брата вот такой еще торт. Достаем тут всякие штучки. А где зарядка? Мы еще уже с утра сдали на зарядку. Вот сейчас посмотреть, где зарядка. Короче, подведем итоги. И это, видимо, еще не все подарки, кстати. Точнее, это точно не все подарки, потому что мне еще много кто мне подарил подарки. Итог. Тут 5 милок. Дофига вкусняшек. Очень. И еще очень-очень много ухода за кожей. Я вообще сначала сказала, что это типа фрутоняни. Настя, кстати, подарила такую шоколадку с кофе, мама, мне вот такую. Еще папа с кокосом такую купил. Тут, правда, мы ее уже съели. Очень много вкусняшек. И Алисочка. Много. Ну, не очень много, но достаточно пока что. Приколюх. Давайте откроем. Шарики. Алиса, у меня сегодня день рождения. Круто. Сколько исполнится? 11. Я вас обязательно поздравлю. У меня сегодня день рождения. Поздравляю. Всего самого наилучшего. Спасибо. А когда у тебя день рождения? Я родилась 10 октября, но поздравить меня можете в любой день. Алиса, сколько тебе будет лет? Скажем так, общаться со мной вполне легально.
Понятно. Я тебя поздравляю. Я видео снимаю. Алиса. Алиса. У тебя есть канал на Ютубе? Нет, нету. А что? Просто интересно, а у меня есть. Скиньте ссылку, я добавлю. Хорошо, сейчас скину. А как скинуть? На флешку. А у тебя есть подключение к флешке? Да, а что такое? По-настоящему? Вам нужны подробности? Да. А с чего начать рассказ? Мне нужна подсказка. Ну ладно, пока. Возвращайтесь скорее. Пока. Вы сейчас видели, как я общаюсь с Валей Алисочкой. Сейчас я убираю все вкусняшки, буду сидеть в руки. Бегом. Знаете, какой тортик красивый. Смотрите, какая деревяшечка красивая. Я еще не знаю, каким он вкусом, вот, и поэтому я буду угадывать, а мама знает. Так, развязываем. Смотрите, какая красивая ленточка. Да мне только сейчас зашло, что это можно просто снять. Смотрите, кулончик. А здесь-то какую еду, надо тебе развязать. Я это сделала. Ура. Ура. Смотрите, какая красота, сейчас будем пробовать. Он тут с малинкой. Короче, ребята, я сделала уроки. Мы сходили уже погуляли с моей крестной. Вот. Я всех очень люблю и всем пока-пока.